Добрый день, дамы и господа. Когда мы едем, к примеру, на рыбалку, на 2-3 дня и больше сталкиваемся с неудобством. К примеру, готовить на газовой плите или обогревать палатку. Брать с собой один или два газовых баллона, чтобы приготовить еду, мы подключаем газ к плите газового баллона. Если надо обогреть палатку, то надо переключить обогреватель или иметь еще один газовый баллон. Чтобы не было этих проблем, мы купили газовый переходник, о котором я хочу вам сейчас рассказать. Газовый переходник сделан из латуни, и мы заказали еще 2 резиновые прокладки. Переходник подходит газовым баллонам 5 литров, 11 литров и 33 литров. Чем удобен этот переходник? Не надо брать с собой, к примеру, 2 газовых баллона. Достаточно 1 газовый баллон. Благодаря переходнику мы можем одновременно подключить газовую плиту и обогреватель для палатки. Сейчас я все подключу и покажу, как все работает. Подключаем переходник к газовому баллону. Подключили газовую плиту. Резиновый шланг у нас 2 метра, а также газовый редуктор 50 мб. И защита от разрыва шланга. К примеру, если вы повредили резиновый шланг, то подача газа из баллона прекращается. И также подключили обогреватель газового баллона. Как видите, одновременно можно обогреть палатку и приготовить еду. В этом большой плюс газового переходника. И достаточно одного газового баллона, чтобы подключить одновременно газовую плиту и обогреватель для палатки. Если вам понравилось видео, палец кверху. Если не понравилось, палец вниз. Жмите на колокольчик. И вы первыми узнаете новости. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда вам рады. Пока-пока.